Нету рынка газа. Давайте говорить. Рынок газа – это когда у нас существует газовая биржа, на которой мы понимаем, кто покупает, кто продает, устанавливается цена, а не существует непрозрачный НАК «Нафтогаз», который непонятно откуда покупает это, какую рентабельность себе закладывает. Это при том, что он естественный монополист, да? И он должен вести себя не как коммерческая структура, которая должна втюхать больше газа, а как государственная структура. А у нас он ведет себя как государственная структура.